Всем привет! Вчера сходил креветок, купил в магазине. Замороженные. Попробую на них половить что-то. Вчера видел одного рыбака, он там несколько рыб на эту креветку поймал. Думаю, будет интересно. Все увидите. Погнали, посмотрим. Вот такие вот замороженные креветки взял. Там почему-то лангусты было написано, но это не лангуст, это большая креветка вот такая вот. Хочу попробовать сделать что-то вроде поплавка вот из такой вот штучки. Нашел на берегу тоже какой-то кусочек поролона, что ли, пенопласта такого жесткого. Крючки у меня очень неострые, от морской воды затупились очень быстро. Пытаюсь немного наточить их, прям здесь об бетон прям. Ближайший магазин, к сожалению, очень далеко находится, ну, рыболовный, там, где крючки можно купить. Что-то на вроде поплавка вот так вот сделал. Что-то не получается рыбу поймать, не все так просто. Ну, здесь вот рыбаки, которые стояли, они бросали на хищника какую-то приманку, там подматывали со спиннингом. Я спросил, что поклевки есть, они говорят, нет, мы с утра стоим там, час где-то уже ни одной поклевки нету. Говорит, вода мутная из-за того, что штормит, из-за того, что волны есть. Волны очень такие, сегодня такие нормальные, вот смотрите. Даже вода заходит сюда, вон, на этот, на пирс. Так, ну ладно, если рыба не клюет, попробуем крабиков половить. Брать их не буду, буду отпускать просто ради интереса. Посмотрим, как будет краб на креветку реагировать. Думаю, ему этот, интересно будет ее пощипать. Погнали, посмотрим. Сейчас вон там, вон в расщелинах посмотрим. Там крабики должны быть. Видели, забрал. Кусочек креветки украл и убежал. Видишь, что, да? Да, ну выбегают там. Да.
почти удалось поймать. Буквально секунду там. У них, как я понял, очень хорошее зрение. Они очень хорошо видят по ходу дела. Потому что вообще не подпускают себя к себе ни, этот, ни на сантиметр. Опять убежал прямо из-под руки. Очень юркие они. Вот теперь сидит мою креветку кушает. Довольно жадные, у них во рту кусочек уже есть. Они все равно выскакивают и все равно пытаются откусить еще кусок. Жадные такие ребята крабики. Так просто, короче, его не поймаешь, надо прибегнуть к помощи палки. Потому что они смываются сразу. Сейчас какую-то палочку возьму. Подбросил одного и вытащил, поймал. Вот он. Вот он, совсем маленький попался. Пальцем не кусает. Так вот. А, палец мой. Отпусти палец, зараза, вон, за палец сцепился, смотрите. Сразу пенится начал, что-то с ним происходит. Так, ладно, отпустим его.
пускай бегает. Так, ну что, наконец-то краб пойман. Долго я мучился, чтобы его поймать. Очень быстрый, очень хитрый. Прям не выманишь их. Немного, если видят, чувствуют опасность, сразу скрываются, прячутся. Просто так не поймаешь. Ну ладно, отпустим его, не будем мучить. Пускай бежит. Иди беги. Убегай, убегай, убегай. Убегай, 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 убегай. Быстрее, быстрее, быстрее. Устал. Не убегай, иди. Защищается он клешнями, пытается укусить. Так пощипывает. Я думаю, большой может нормально укусить так. Больно будет. Иди. Все. Выходи оттуда. Все. Улетел вот туда. Бежал, уже кусочек оторвал. И все, сидит, кушает. И ты ему больше не нужен. Этот побольше. Это тоже побольше попался сейчас, который. Вот он. Шустрые, ну и жадные. У этого уже был во рту кусочек, но он все равно побежал за другим. Так, ну что, друзья, вот такая вот крабалка сегодня получилась, не рыбалка, а крабалка. Крабиков так-то немало здесь, можно наловить. Ну ладно, не будем их мучить. В общем, смысл понятен, да? С помощью палочки подманишь его немножко наверх и с помощью палочки его выталкиваешь оттуда, вот так вот. Он вылетает, и его хватаешь. Так еще реально поймать. А так просто с помощью крючка нереально. Он, короче, кусочек просто отщипывает, сколько ему надо клешнями, и убегает. Так вот. Так, ну ладно, я пойду нырну пару раз. Водичка классная вообще. Сейчас время где-то 7 утра примерно. Народу еще пока нету на пляжах, видите? Потом, чуть попозже, здесь вообще толпа народу будет. Вообще куча. Из воды даже вылазить неохота. Вообще классно. Надеюсь, видео вам понравилось. Всем спасибо за просмотр. До следующей рыбалки. Увидимся в следующем видео. Всем пока.